соревнованиях приняли участие сборные из 35 стран. В составе российской команды было 8 девушек, в том числе и ученица Зареченской школы Дарья Огородникова. В заключительный день первенства наши спортсменки завоевали сразу 2 золотые медали в дисциплинах дуэт и группа. С высокими спортивными достижениями юную спортсменку поздравил и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.